3 декабря зампред правительства Забайкальского края Наталья Жданова рассказала о том, что делают госструктуры после трех ноябрьских суицидов школьников в поселке Первомайский. Так, на территорию Шилкинского района выехала бригада психологов, которая работает с родителями, учениками и педагогическим составом школ. Состоялось внеочередное экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, расширенное заседание, куда мы пригласили и педагогические коллективы, и руководителей образовательных учреждений всего района, и администрацию района, где очень серьезный, я бы даже сказала, жесткий разговор состоялся при закрытых дверях. Но, во всяком случае, очень конкретные результаты этого разговора уже есть. Уже, по сути, отработан, если можно так выразиться, алгоритм всех действий, всех на всех уровнях. В школах поселка уже проводятся родительские собрания, которые планируется организовать на территории всего Забайкальского края. Между тем, одной из версий гибели детей остается вовлеченность в онлайн-игру, название которой напрямую связано с суицидами. Все компьютеры изучены уже соответствующими органами. Ну, практически во всех игра виселица. Все дети увлекались этой игрой. Напомним, в течение месяца в Первомайском свели счеты жизнью трое учеников старших классов.